Закаханы усяго свету сёння означаюць самое романтичное свято ў годзе – День Святого Валентина. Яно адносна недавно прыйшло до нас з Захаду, але паспела замацавацца ў календары і набыць свае традыцыі. 14 лютага – свято романтыкі і пяшчоты, а вось супрацоўнікі ЗАГСаў працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Так, у Доме грамадзянскіх абрадаў сёння будзе зарэгістравана 10 новых шлюбаў, што ў 5 разоў больш, чым у звычайны аўторак. Лічыцца, што саюзы, заключаныя ў гэты дзень, будут вылучаться романтичностью и экстравагантностью. Нават после многих годов, проведенных разом, такая пара заховая у отношениях пяшчоту. Молодые верят, что гэты особливый день принесе у их суместное житё еще больше взаиморазумения и радости. Ну, познакомились мы в лицее. Вместе мы уже почти 6 лет, и пожениться мы решили 14 февраля, день влюбленных, знаменательный такой день. Очень какое? Символично. Очень символично, да, какой день может быть лучше. У Доме грамадзянскіх абрадаў у минулым годе было зарегистровано каля 1000 шлюбов. Сёлета 90 закаханных пар поспели умацавать свои отношения. Средний узрост молодых при уступлении у шлюб зараз складае 25-27 годов. Специалисты лічат, что такие пары значно больше ценят свои отношения и мкнутся заховать почути.